Добрый день еще раз. С вами Саймон Нейл. И мы смотрим игру Revolution Undersea. И пока меня интересует, что же такого мы можем предпринять вот на этом направлении. Пару броников передадим союзничкам, займем некоторые населенные пункты. Так, слабо дивизии перед нами. Так, ладно. Тут мы должны вроде как даже смять их. Так, отлично. Ладно, чекисты скоро подтянутся. Ну-ка. Отойдем пока на север. Азов. Нормально. Ага. Ни хрена не нормально. Политкома сюда. Дальше. Так. Ну давайте-ка мы тогда проделаем небольшой марш на Кривой Рог. Здесь бы передышку взять. Да. Серьезно, я вас не буду деть. Как-то печально на самом-то деле. Так. Ну и пока у нас такое веселье, давайте-ка мы... Ну ладно, пойдем так. Кстати, там куча каких-то парней. Давайте их откроем. Здесь мы... Пока временно остановили натиск, дабы восполнить подразделение. Ну-ка. Подожди, у меня этих парней нет, которые дезертирство останавливают. Чекистов не хватает. Ну-ка. Екатеринбург перебросим. Три бригады свежих. Включая, кстати, даже до такого дошло, то есть вохровские части здесь уже есть. Так, ну-ка перебросим их в Грозный. Пригодятся. Мне бы как-то усилить натиск здесь на неким. Так, в итоге у меня есть раз, два вот эти подразделения. Их я могу отправить на один из фронтов, но лучше вот сюда Муравьёвых выслать.
тоже есть свежие части, которые имеет смысл развернуть. Так, ну-ка. Я начну формировать ус или нет когда-нибудь? Так, здесь мы временно остановились. Ладно, попозже это сделаем. Конницу сюда тоже из местных жителей набрать. Но, похоже, мы этого не можем сделать. Местный ков дружины тут наберем. Так, ну-ка. Политика. Мобилизация. Частичную мобилизацию можно объявить. Это позволит мне кое-что решить. И можно. Денег набрать. Ну и пока мы это все проводим, нам бы как-то передохнуть бы этих постоянных боев. Бухарест наш. Все просто здорово. Ну и давайте, раз такое дело, врубим пропагандистскую кампанию и заботу о народе. Что пока какая-то беда со всем этим делом. Так, здесь пару городов мы можем даже взять. Противник решает отступать. Давайте-ка мы остановимся здесь. Куда ты пошел? Построй, построй же, друг любезный. Тут даже какие-то подзаторможенные. Свежие бригады формируются. Одну даже можно прямо сейчас выслать на фронт. Так, а на чем вообще тут вообще держусь-то в плане снабжения? Вообще какая-то беда получается. Так, а в полки всякие формируем. Броники тут есть. Можно вообще, конечно, угарнуть и этим объявить войну финнам. Что это мне даст? Так. Ага. Вот так вот сделаем. И мне нужен тут комдив.
Сюда я отослал командира. Мне бы хоть одного беспризорного начальника найти бы тут. Потому что пока что таковых попросту нет. Так. Серьезно, вообще нет ни одного. Мне бы каких-то красных командиров бы добыть. Рядом с командирами. Ленин. Так, ну-ка. Красной армии. Ага, Самойлов есть. Сталинская колонна. Так. Я могу тебя использовать в качестве, допустим, наземного командира. Самойлова вернем сюда. Так, у меня Ремезов есть, по идее. Из тех, кто более-менее свободен. Но мы отправим его вот сюда. Давайте смотреть, к чему данных. Кстати, еще финнам войну объявил. Сейчас же вспыхнут восстания в Риге, в других городах. Еще в других городах вспыхнут. Ну и одну армию можно вот бросить дополнительно против белофинов, дабы их вытеснить из Хельсинки хотя бы. Курган надо отбить. Нехорошо, когда в тылу такие. Ну, потому что она не измотана боями. Может, здесь какие-нибудь успехи будут нами достигнуты. Куда он с тебя уехал? Вперед! Вперед! Что-то у него больно много людей. А нет, мы тут подсократили его по голове. Держать строй! Не да, реально кто-то уехал. Если возьмем Новочеркасск, поставим тут гарнизон нормальный. Можно будет уже завершить войну в этом регионе. Что сам верховный правитель бросает нам вызов.
Там, блин, там он жестко нам отвечает. О, пошли у него тоже потери. Ну, Колчак тут хорошо дерется. То есть он меня еще отбросил, как бы. Серьезно? Ну что, войска просто были измотаны, отступили, поэтому без приказа. Плохо. Так. Шкурому отогнали. И атакуем Житомир. Чё, поляки начнут отступать, типа? Про Пензу-то я и подзабыл. Потеряли мы тут людей. Котельнича он занял.